коротко, каждый сделает выводы и ответьте, когда будет следующее заседание парламента, потому что я лично хочу увидеть, как ваша фракция, и не только ваша фракция, будет дальше жить, потому что нам всем вместе жить в одной стране. Когда будет следующее заседание парламента? Когда? Партия социалистов контролирует постоянное бюро. Нет, вы контролируете. Сейчас большинство у вас. С Филиппом, с Канду. Какое большинство? С Филиппом, с Канду, у вас там 6 человек. Ну, не то, что с ним невозможно. Я надеюсь, что все-таки телезрители поймут, какую роль играет Богдан Цвердев в этой истории. Какую роль? Роль гражданина, который вам показывает. Когда следующее заседание? Стойте, человек сказал определенные обвинения, да? Дайте ответить. Ну, можете коротко сказать, когда следующее заседание пошло? Человек сказал определенное обвинение, что я русофоб, да? Но Майя Санду, вот смотрите, Игорь Дадон якобы... А вы Пушкина читали? Я читал не только Пушкина, а вы читал и Хантингтона, я читал и Липсита, и Сеймура, и кого угодно. Более того, на следующей неделе будет заседание парламента? Дайте мне ответить. Коротко. Дайте мне ответить. Коротко. Да нет. Коротко, дайте ответить на вопросы. Они контролируют. Два месяца мы не работаем, потому что они не хотят... Был президентом в парламентской республике. Не говорим одновременно. Игорь Адон был президентом в парламентской республике без большинства, да? Без большинства. В кармане у Плохотнюка. Не в кармане у Плохотнюка, который выгнал Плохотнюка. А в кармане у Плохотнюка были вы. В кармане у Плохотнюка была Майя Санду, которая голосовала за Фина Плохотнюка, Канду. Понимаете? А Плохотнюк голосовал за нее два раза. 31 мая 2013, да? А потом проголосовал в январе 2015 в рамках правительства Габурича. И это не Дадон голосовал, а это Майя Санду голосовала, понимаете? Это раз. И она же голосовала за миллиард, за аэропорт, за приватизацию Бема. Это два. Это ложь. Я вам покажу видео, что это не ложь, это не надо лгать. Третий момент. Если бы не был Дадон, понимаете, не был Дадон, до сих пор бы сидел бы Плохотнюк, и вы бы танцевали перед ним, и никогда бы не посмели сделать такой беспредел, как сегодня на типографии. При Плохотнюке вы сидели на цирлах. Я вас не видел митингуя против Плохотнюка. И четвертый пункт. Если мы с Плохотнюком, почему Фин Плохотнюка сегодня агитирует за вас? И во всем Фейсбуке... Фин его, это что, это, политика Фин, или как? Фин это родственник Плохотнюка. А Плохотнюк что? Помогал в 2016 году? Это Канду. Все, Сталин сказал, что сын за нет, отца Плохотнюк, не Плохотнюк, если бы ему... Помогал, понимаете? Помогал он бы не бросал, он наоборот, он бросил этот фейк с Бахамасом через Райс. Он наоборот, понимаете, он снял лупу с выборов вчера в пользу Майи. Он снял лянку, он снял вчера лимпу. Павел Филипп подтвердил, что да, так, официально было сказано, понимаете? Что они поддерживают Майю Санду, но везде, по всем везде структурам работали. Партии дали задание агитировать за Игоря Дадона. Я вам скажу такую вещь. Павел Филипп сказал это. Ну, Павел Филипп, это он ушел из правительства. До вчерашнего времени сегодня просто Павел Филипп большинства. Да. А сегодня он с Майей Санду играет. Вы же видели, встретился с румынским послом в четверг, и с американским, и вдруг просветлел.